Всем добрый день! В этом видео хочу вам показать интересный и простой способ пробудить семена, ускорить их прорастание и одновременно обеззаразить их от различных инфекций. Данный способ заключается в термической скарификации, то есть мы будем погружать наши семена то в горячую, то в холодную воду. Итак, нам понадобится емкость с горячей водой, кипятком, и емкость с холодной водой. В холодную воду кладем лед. Берем ситцы и помещаем в него наши семена. Я буду тестировать семена лука, перца, томатов и огурцов. Опускаем семена по 10 секунд в каждую емкость, чередуя 3 раза. Вот таким вот образом. После чего достаем семена и выкладываем на ватный диск или бумагу. Убираем в контейнер на проращивание, в теплое место. Через 3 дня мы видим вот такой вот результат. Как видно, семена всех культур практически все проросли, кроме семян перца. Перцу, получается, даже 3 суток не хватило. Но зато, как видно, семена чистые, на их поверхности ничего не выросло. Поэтому можно сказать, что семена достаточно неплохо обеззаразились. Надеюсь, данное видео вам было интересным и полезным. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.